Аня, что? Ну, расслабь, мускулатуру лица не на казнь идешь. На казнь. Остатков собственного достоинства. Да перестань. Мне сказали, он нормальный парень и тоже хочет познакомиться. Галя, это ужасно стыдно, когда два человека заранее знают исход встречи. Приветик, женитесь на мне, пожалуйста. У тебя паспорт с собой есть? Зачем? Открой и взгляни, сколько тебе лет. Галь, ну... Дорогая моя, это реальность. Угу. Там сидит реальный, симпатичный мужчина. Ну, прими ты это с оптимизмом. Ну, зачем это? Я не ношу такой. Ну, Галя. Надо. Это ужасно. Давай. Теперь камера одна, камера вторая, камера третья. Две камеры с той стороны. Самая главная кнопка – вызов полиции и блокировка дверей. Ой, не знаю, все это так сложно. Разберешься. Ух ты. Сейчас. Так. Добрый день. Могу я вам чем-то помочь? Ну, так это… А, хотите выбрать подарок? Ну да, подарок для Нинки. Для кого? Для Нинки. Золотые сережки, чтоб это хрясь и, как говорится, шелуху. Ясно. Вот эти покажи, пожалуйста. Это дорогая модель. Вот эти. А эти еще дороже. Аж запрел. А, могу вам еще кое-что показать. Понимаешь, я работаю. Mm-hmm. 3 месяца дома не был. Она мне там звонит и говорит, ты, мол, там пьешь, гуляешь. Ну, не дура ли? Раз хочет, напьюсь. Чего? Вот вам моя характеристика. Работаю в сфере продаж. Вполне успешно. Занимаюсь плаванием, люблю природу. Жилье пока снимаю, но задумываюсь о своем. Угу. Чем вы занимаетесь? А я работаю в полиции. Да ладно. И как именно? Заполняете бумаги? И это тоже. Но вообще, я следователь. Что такое? Да нет, ничего, но... Это разве женское занятие? Ну, в том плане, что это требует какого-то особого склада ума. Не знаю, это даже смешнее, чем женщина за рулем. Ой. Я подниму. Угу. Да ладно. Вы все-таки обиделись? Под вашими ногтями на лацкане пиджака следы от зеленого мела. Таким обычно натирают киев бильярдный. А сейчас 7, еще час, чтобы добраться сюда, значит, играли в рабочее время. Деловая встреча? Возможно. Одежда дорогой марки, но не новая. Проверяли цены в меню, пока я делала заказ. Финансовое положение недавно ухудшилось. За время нашей встречи сбросили 4 звонка. Я думала из уважения к даме, но нет. Один из номеров я узнала. Он принадлежит коллекторскому агентству. Вы не работаете. Вы играете на деньги. Насчет занятий плаванием ничего сказать не могу. На первом свидании все привирают. Я? Нет. Извините. Вострякова слушает. Да, сейчас буду. Адьос. Привет. Нормально, иди. Привет. Юрий Петрович, ну что, выбрал самое дорогое? Да, как всегда, подготовился. Отпечатки?
Да сотни полторы, выбирай. На любой вкус. Популярный магазинчик. Значит, подарок для жены. Прекрасно. В прошлый раз он был иностранцем, еще раньше разборчивым женихом. И что, опять никто ничего не заподозрил? Психология и ловкость рук. Не зря его зовут. Фокусник. Вострякова, а ты что такая красивая? Ты для нас с Юрием Петровичем, или мы тебя отвлекли от чего-то? Отвлекли. И спасибо вам за это большое. Прошло плохо, он придурок, я умру старой девой. Значит так, мы с тобой опытным путем выяснили, каких мужчин ты не хочешь. Но очень плохо, что ты не знаешь, какого мужчину ты хочешь. А это гораздо важнее. Все, Галь, давай пока. У меня очень много дел, все. Шапочка вязаная. Это? Такая невзрачная. Вот это? Вот. Угу. Ну, теперь, кажется, усы не те. Не с этой шапочкой. Были такие... Такие? Нет, такие... Кустистые. Вот. Похоже. Почти, но у него лицо такое. В толпе внимания не обратишь. Правда же? Спасибо большое, вы нам очень помогли. Можете идти. Правда? Угу. Кто бы мог почту. Теперь я точно знаю, как должен выглядеть мужчина мечты. Что, слишком идеальный? О, нет, нет, только не бородавку, нет. Пусть будет шрам. Не знаю, в детстве он отбил котенка у хулигана. Стрекола, ну что там с этим роботом фокусника? Давай, кидай мне, я иду в базу. Сейчас будет. Иду и бегом в архив. Есть. Это или это? А разве они не одинаковые? Слушай, а мы в аэропорт не опаздываем, нет?
Нет, пока еще не опаздываем. Но вот эта глянцевая, она отражает большее количество света и смотрится наряднее. Ну, пускай будет глянцевая. Сонь, ты опять все часы в доме перевела? Да, я помню, я обещала этого не делать. Сонь! Ну, Саш, ты абсолютно не дружишь со временем, мы бы опоздали. Держи. А что касается глянцевой, так она оставляет на себе следы, поэтому тебе придется расстаться со своей дурацкой привычкой ходить по дому босиком. Не собираюсь. Я люблю ходить босиком. И вообще, я не понимаю, что здесь можно еще менять? Ты и так перекрасила стены. Так, милый мой, любимый, да. Но мы же с тобой договорились, что как только мы поженимся, я перееду жить сюда. Да. Ну, посмотри, как здесь все преобразилось. Да. 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 Стало гораздо ярче. Хорошо, я постараюсь избавиться от своей этой привычки ходить босиком. Ну, раз уж ты согласилась выйти за меня замуж, то ты из наименьших зол. Перестать ходить босиком, да. Кажется, у тебя что-то вибрирует. Согласен. Дорогие любимые друзья, только, пожалуйста, недолго, нам скоро выезжать. Да, прости. Да, алло. Что-то срочное? Я не хочу никакого сюрприза, не хочу никакого мальчишника. Нет, это не Соня, это я. Именно я не хочу. Да. И не надо так называть мою невесту. Слушай, я не знаю, честно, у меня работа после пищи перед свадьбой, была куча дел нужно сделать. Так, слушай, смотри, в 6 часов я должен забрать кольца, и если успею, то заскочу к вам. Послушай, мы с тобой взрослые люди, наши отношения длятся не первый год. Ну скажи мне, к чему все эти мальчишеские забавы со стриптизершами? Ну кто тебе сказал, что там будут стриптизерши? Ну потому что от твоих друзей можно ожидать чего угодно. Ты мне не доверяешь? Саша, я очень ждала нашей свадьбы и не хочу, чтобы этому что-то помешало. Хорошо, если это для тебя так важно, то я не пойду. Спасибо. Ань, иди спой. Я? Конечно. Смотри, там парень на диване сидит. 15 минут с тебя глаз не спускает. Ну спой, ну вообще крышу снесет. Я не хочу, не пойду. Я не пою при посторонних. Ну и зря. Эх, с твоими возможностями надо вообще по концертным залам ездить и шум 3 раза в год менять, а не уголовников за шиворот таскать. Я свою работу люблю, Галя. Чувствуй, работа толку-то, Анют. Ты посмотри, ни выходных у тебя нормальных, ни праздников, да? Мужиков вокруг тебя сколько бьется, а ты до сих пор одна. А знаешь что, Галь? Да. Ну все в жизни нужно делать ради поиска мужика. И вообще, мы можем хотя бы раз поговорить о чем-нибудь другом. А почему ты мне все время учишь? Я? Ты, Галь, ты. Нет, подожди, хорошо. Ты мне тогда скажи, вот ты счастлива в браке, ты? Или стерпелась, не знаю. У вас с Вадиком ни одной общей темы для разговоров нет. Он в командировках все время, ты все время одна с детьми. Не пристраиваешь ты меня от скуки, согласись. А то я подругу смотрю совсем, одичал. Галя. Галь, ну подожди, Галя, извини. Здрасте. А, смотрите, мы с невестой заказывали у вас кольца, должны были изготовить. Дай минуту, посмотрю. Спасибо. Посмотри на него, это же он. Ну, помнишь, нам картинку приносили. Один в один лицо. Даже шрам над губой такой же, помнишь? Да. Это он. Что делать будем? Давай в полицию звонить. Только тихо.
чего? В своем уме? Я ничего не крал, честное слово. Ну, честному человеку так вообще бояться нечего. Сейчас участочек тебя отвезем, разберутся, извиняться и, может быть, станцуют на прощание. Станцуете? Точно, я же им рассказал, где буду. Кому? Кому? Друзьям. Это что, часть мальчишника? Не понял. Я тоже ничего не понимаю. Это не смешно. Где у вас тут камера? Да вы даже на полицейских не похожи. Камера где у вас тут, я говорю? Где камера? Вот тебе камера, чудик. Ребят, о, да ладно, слушай. Ну, Кислов Александр Геннадьевич, причину задержания вам озвучили? Прямо как в кино. Слушайте, здорово. Значит, вы меня подозреваете в краже драгоценностей. Смешно. Теперь давайте просто позовем моих друзей и закончим весь этот балаган. Вот только не надо угрожать друзьями. Не таких крутышек здесь видели. Понял. Давайте дальше по сценарию, хорошо. Что вы делали сегодня в ювелирном салоне? Да, что я делал? Моя невеста попросила забрать меня обручальные кольца. Фамилия невесты, контакты? Софья Кострова. Там у вас должна быть квитанция на столе, там все телефоны написаны. И домашние, и городские, и факсы, и простите, все остальное. Простите, я могу ознакомиться? Складно врете. А почему же только кольца? Что-то на вас не похоже. Ну, простите меня. Я не Рокфеллер, я просто программист. Хватит поясничать. Вы готовы добровольно признаться в многочисленных кражах ювелирных изделий? Если это поможет быстрее все закончить, то да. Да, я вор, я этот фокусник, и давайте быстрее меня накажите. У меня нет времени. Вы уверены? Я бы вам сильно не советовал. Ой, да бросьте вы. Нам, ворам, тоже иногда требуется отдых. Да. Юрий Петрович, вы папочку просили. Стоп. Извините, пожалуйста. Если эта дама будет сейчас здесь раздеваться, то, извольте, посадите меня сразу так лет на 5. Алло. Это я. Ну, он точно фокусник. Только что сознался. Ну что, идиот? Зачем сознаваться? Он же хитрый. Может, это у него план такой. На ночь его отвезут в СИЗО, а утром в суд арестовывать. И тогда он уже долго не выйдет на волю. Да, Юрий Петрович. Поймали? Когда? Час назад в ювелирном. По фотороботу. А ты не хотела его составлять. Да один в один. Рост, цвет глаз, даже шрам над губой. Что? Какой шрам? А усы? Ну что, усы? Усы в этой ориентировке были? Нет. Черт! Не расстраивайся. Возможно, только что ты избежал самой большой ошибки в своей жизни. Вот протокол задержания. С моих слов записано верно. Дата, подпись. Эх, сколько лет мы тебя ловили, фокусник. А вот ведь раз и почти сам пришел. Подождите. Это не розыгрыш? Это не мальчишник? Это что, все по правде? Нет, это бред. Подождите, это просто какой-то бред. Я не вор. Да, правда, я был в ювелирном, да, я должен был забрать кольца, но... Подождите, я не вор, я хороший. Ты фокусник, но здесь не цирк. И я тебе не клоун. Вот это ты видел? Я не понимаю. В СИЗО поймешь. Подумаешь, а завтра мы с тобой поговорим. Не может быть. Этого просто не может быть. Это бред какой-то.
Черт, черт, черт! Не убивать. Шефу он нужен живым. Быстро заходим, отбиваем и увозим. Я впереди, вы прикрываете. Погнали. Знаете, это какая-то безумная ошибка. Я буду жаловаться, я законопослушный человек. Так мы только таких и будем. Здрасте. А вы не обращайте внимания, это не мое, это я... Поехали. Давай, гони! Номера запомнил, уходим! Парни, парни! Саша. Что там случилось? Господи, если бы я знал. Я зашел в магазин. Меня поймали, назвали каким-то циркачом, а я, между прочим, не преступник. Допустим. Что допустим? Что допустим? Потом летели эти в масках, стали стрелять, и там вообще все смешалось. О, Господи. А я про что? Вы замужем? Нет. Парень? Нет. Соседка, родители? Даже не думайте. Ко мне мы не поедем. У меня пистолет. Ну вы же не преступник, сами сказали. Да, я еще раз потом извинюсь. Едем к вам. Угу. Проходите, располагайтесь. Послушайте. Что? Что это у вас? Где? На шее. Кровь. А. Алло, я не понял. Я ждал 40 минут, вы не пришли. Кто это? Что за вопрос? Можешь мне фамилию назвать? Понятия не имею, кто это. Но знаю, что несколько часов назад фокусника взяли в ювелирке на Ивановской. Эй, товарищ. Пистолет можете не искать, я его спрятала. Вставайте. Встаем, 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 встаем. Почему вы не вызвали полицию? Полицию? Ну, вы же сказали, что не виноват. Ну, мало ли, что я сказал. Я мог наврать. Вы меня первый раз видите. Мне кажется, я неплохо разбираюсь в людях, и вы не похожи на преступника. А вы что, часто их видите? Где? В ресторане. Вы там работаете? Да, там и еще кое-где. А кем? Певицей. Пою. А-а-а. Да. В этом бизнесе много преступников. Только знаете что, вы не похожи на певицу. Это почему же? Потому что они все нервные и нежные, а вы, вон, крови не боитесь. Внешность обманчива. Я думаю, что сегодня вы уже... Успели в этом убедиться. Да, точно. Тихо, тихо. Это всего лишь царапина.
Хотите, подую. В родном отделении. Из-под самого носа. Позор. Докладывать, как только обнаружит машину. Так точно, товарищ подполковник. Стрякова где? Готова уволиться и понести любое другое наказание. Наказание? Скажи спасибо, что ты не мужик, Вострякова. На отделение напали. Сотрудник ранен. Задержанный сбежал. И все это из-за бабских фантазий. Да нас всем отделением уволят, Вострякова. Юрий Петрович, хотел бы... Не уточнить. Сейчас, Парамонов! Прошу прощения. Мне очень жаль, что так получилось. Надо извиниться перед Кислом и вернуть ему вещи. А я постараюсь уговорить его, чтобы он не подавал на нас в суд. В суд? В суд, Вострякова? Видеть тебя не могу. Скройся из глаз моих! Так, эти в масках, очевидно, пришли за фокусником. И, очевидно, также не знали, как он выглядит на самом деле. Однако он им зачем-то очень нужен, раз пошли на такой риск. Зачем? Вострякова! Они до сих пор думают, что Кислов настоящий фокусник. Кто-то слил им информацию о задержании. Наверняка у них есть его адрес. Так. Ночью они могут нагрянуть к нему, а мы там уже будем их ждать. По поводу пистолета. Эксперты проверят отпечатки, может быть, найдут что-то в базе. А где будет сам Кислов? За твоей машиной следили? Вроде нет. Поезжай домой и выполняй обязанности сотрудника полиции. Я не смогу. У тебя нет выбора, Вострякова. Да, Вострякова? Нет, не сработало. Ну, как там твой гость? Да все отлично, Юрий Петрович. Сон крепкий, цвет лица здоровый. Тушь принял, теперь он бодр и весел. Я ведь могу уже его отпускать. Короче, тут такое дело. Обнаружили отпечаток на патроне с того пистолета. Хороший. Эксперты ищут соответствие. Так что пока не обнаружим, кто напал на участок, лучше твоему чудику на улице не появляться. Жителям дома номер 7 на улице... Мне это уже вчера говорили, Юрий Петрович. И вообще я не нянька. Я сотрудник полиции. Да, я прекрасно понимаю, что я перепутала фоторобота, но этого человека просто не должно существовать в природе. Вот... Черт. На данный момент это все происшествия в нашем городе. Увидимся в следующем. Ничего. Из полицейского участка сбежал преступник, стрельба, а в новостях ничего. Угу. Как вы думаете, а может быть, они все-таки за ночь разобрались, что взяли не того? Сложно сказать. Я ведь просто певица, я не знаю, как у них там происходит, но я где-то читала, что машина правопорядка крайне неповоротлива. Хотелось бы, чтобы они разобрались. То моя невеста с ума сойдет, когда узнает. Где кофе? Не-не, не переживайте. Всякие ситуации бывают в жизни, я думаю, она поймет. Да нет, нет, не ей. Понимаете, просто не каждая девушка способна на ночь приютить беглого преступника, хоть и фальшивого. Тогда у меня вопрос. А почему вы прячетесь на ее кухне? Где она? Она в командировке. Угу. Она в командировке, она руководит целым отделом страховой компании. Еще и умница. Да, умница. Умница, красавица. Она замечательно готовит. Ах, ну вообще-то я не ждала гостей. И уж тем более я не планировала вернуться домой под дулом пистолета. Ну зачем вы так? Вы же прекрасно знаете, что у меня не было другого выхода. Хорошо, как только я что-нибудь придумаю, я обязательно уйду. Но я в бегах, у меня нет денег, нет документов. О-о-о.
Ладно, я схожу в магазин. Угу. Спасибо. Угу. Ой, извините, пожалуйста. Ничего, ничего. Да, Юрий Петрович. Нашли? Чей он? Шишханов? Шишка. Да-да-да-да, что-то припоминаю. Видела в архиве. Да, убийство, разбойное нападение. Подождите секунду, сейчас посмотрю, пришло. Черт! Фу, слава богу, вы в порядке. Нам нужно срочно уходить отсюда. Все серьезно, вы понимаете? Тихо. Спокойно входим в квартиру. Кто вы такой и что вам от меня нужно? Не надо бояться. Это я помог вам бежать из полиции. Отсядь и умолкни. И тогда останешься жива. Знаете что, я лично никого помогать мне не просил. Вы поедете со мной. Я никуда не поеду. Сожалею. Но ехать придется. Вы мой должник. И укус я в долг не включаю. Помогите! 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 Вот это было зря! Ты? Сама не знаю, как получилось. Бежим. Куда? Туда. Ага. Что, теперь есть моя жизнь? Я не хочу. Я не хочу такой жизни. Я всегда вел себя правильно. Я помогал старушкам. Я всего один раз в жизни-то подрался в начальной школе. А мне? А за что это мне? Вы правы, абсолютно правы. И простите меня, я вас тяну в эту историю. Вас вообще могли убить. Да подождите, дайте мне подумать хотя бы 5 минут. Вы ноете, как девчонка. Мне нужно пройтись. Ну что? Ушел. Ребята опрашивают соседей. Шишка не дурак, умеет заметать следы. А зачем же ему так сильно нужен фокусник? Не знаю. В любом случае, Кислова отпускать нельзя. Шишка очень опасен. Согласна. Расскажем Кислову все и передадим под защиту свидетелей. Не пойдет. О том, что мы взяли фокусника, бандиты узнали менее чем за час. Если признаемся, что взяли не того, Шишка пронюхает и ляжет на дно. И что вы предлагаете? Продолжай присматривать за Кисловым. Тебе это хорошо получается. Да он напуган, при том, что вообще ни в чем не виноват. Вообще-то он сбежал из полиции, завладел оружием и взял заложницу. Ангелом его тоже не назовешь. Юрий Петрович. Пусть потерпит. Ради дела. Я понял, что нам лучше расстаться. С чего это вдруг? Вы злая, мне с вами тяжело. Перестаньте дурить, садитесь в машину, быстро вас могут увидеть. Это не ваша забота. Хорошо, хорошо. Я бываю крута в оценках. Я назвала вас девчонкой. Это не так, простите меня, пожалуйста. Хорошо, я вас прощаю. У меня есть алиби. В тот момент, когда фокусник грабил ювелирный, я был совершенно в другом месте. Я сейчас поеду туда, возьму доказательства, потом вернусь в полицию, брошу в лицо. Отличный план. Садитесь. Спасибо. Добрый день, добрый день.
Здравствуйте. Какая прекрасная пара. Готовитесь к торжеству? Я был у вас позавчера, мы выбирали платье для невесты. Белое. Соня. Соня Кострова, помните? Вы знаете, я не обращаю внимания на чужих женихов. Так что случилось? Понимаете, я где-то оставил кейс с очень важными документами. Что? Не могу вспомнить, до вас или после. Вы бы мне очень помогли, если бы показали запись видеокамеры. Ну, да, конечно. Сереженька, проводи молодого человека. Спасибо. Я скоро. Так когда, вы говорите, это было? После обеда. Камеры старые. Записываю через раз. Комплимент для наших гостей. Кстати, ваше платье готово. Мое платье? Вы не хотите примерить? Почему бы и нет? Спасибо. Мы вообще всей этой ерундой редко пользуемся. Ага. Чего тут воровать? Да. Хороший выбор. Я про платье. Угу. Ну, так по поводу записи. Утеряно. Извините. Что? Как вы прекрасны! Это именно то платье, которое вам очень подходит. Вот так. Это именно оно. Вы знаете, если вы хотите, мы можем прежнее платье поменять на это. Никаких проблем. Все решим. Да. Нет. Давайте оставим то, и вообще это все не важно. Ну да, действительно, вы правы. Ведь главное в свадьбе, что? Это любимый человек. Прекрасно, прекрасно. Ну да. Here's your ticket and the passport, ma'am. Thank you. You're welcome. Да? Саш? А почему опять незнакомый номер? Oh, hello, gentlemen. How are you? Милый мой, ну ты меня пугаешь. Конечно, люблю. Так, давай мы с тобой встретимся сразу же в ресторане, заодно обговорим все вопросы по оформлению зала. Да, все, пока. Давай, пока. Спасибо. Ну что, удалось найти запись? Скоро приедет Соня, и я тогда труп. Ну тогда еще пару часов жизни у вас есть. Поехали. Куда? Надо заехать к моей подруге. Тогда поведу я. Вы выпили. А если нас остановит полиция? А вы не шутите? С безопасностью на дорогах не шутят. Стефани. Лышня, привет. 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 Гуляешь? Да, проживаю свою серенькую жизнь. Галь, ну хватит, не обижайся на меня, я не хотела тебя обидеть. Машину мою вон там видишь? Ну. А кто в ней сидит? Брэд Питт? Ну, почти. Помнишь, ты говорила, что брать нужно то, что дают, иначе одна останусь? В общем, короче, я встретила парня, который 100% похож на фоторобот. Да ладно? Да. Галь! Галя! Здрасте. Здрасте. Я Галя. Лучшая подруга Аня. Саша. Галя, а пойдемте ко мне борщ есть. Нет, Галь, нам уже пора. Борщ? Боже мой, я не ел больше суток. С удовольствием. Саша, а вы вот расскажите, как вы с Анютой познакомились? Как? Мимо пробегал.
Да? Да. И сразу так вот понравилось? Mm-mm. Вообще нет. Знаете, сначала по ощущениям такая она холодная. Да, этот критический взгляд, но это нетерпимость к чужим слабостям. Точно. А ничего, что я тоже тут сижу и все слышу. Но зато потом, когда она постепенно привыкает к человеку, она перестает дергаться, даже становится обаятельной. Да, мне ли не знать, мы 100 лет знакомы. Вы тоже певица? Певица? Угу. А, Галя, а помнишь, мы вчера с тобой созванивались? Ты мне обещала какую-то штуку показать. Я забыла, как она называется. Пойдем, пойдем. Да. Певица? Да, это не мой парень. Тот фоторобот, который мы с тобой придумали, случайно попал в базу вместо одного уголовника. Потом Сашу взяли по ошибке, потом его пытались отбить бандиты. В общем, короче, теперь я его прикрываю. Да какая разница? Тихо, тихо. Он ничего об этом не знает. И он ничего не знает о том, кто я на самом деле. Я поняла, я тебе хочу сказать, какая разница. Ты нашла мужчину, которого сама себе придумала. Ты понимаешь, что такое бывает только в сказках. Да какая сказка? Это дурацкая, ужасная ошибка, из-за которой надо мной еще 100 лет в отделении смеяться будут. Аня, это твоя судьба. Не судьба. У него есть невеста, и он женится в субботу. Все взяли тарелки и замок. Вот гад. Сюда, давай, паровозом встаем, цепляемся. Давай, давай, давай. И... Ну, какая разница? Да тише ты. Я тебе хочу сказать, это твой шанс на миллион. Если ты его упустишь, ты будешь жалеть всю свою жизнь. Никакой не шанс. Это была просто картинка. И вообще он мне не нравится. Нытик какой-то. Наш стол должен стоять здесь. Здесь должны сидеть наши родственники, здесь друзья. С этой стороны мы объединяем вот эти два стола и вот эти. А вот здесь у нас должен быть танцпол. Почему вы... О, Господи! Сумасшедший! Я так соскучился. Ну, мы с тобой не виделись только сутки. Да, мне показалось гораздо больше. А ты что-то неважно выглядишь. Ты можешь рассказать, что все-таки случилось? О, слушай, я пошел за кольцами. Что с ними? Не знаю, наверное, до сих пор в полиции. Где? Полиция? Сонечка, ты не волнуйся и выслушай меня. Так. Я пошел за кольцами, меня схватила полиция, так. Обвинили в серии краши. У меня забрали телефон, паспорт, деньги. Потом на полицейский участок напали бандиты в маску, там была стрельба. Я сам у кого-то собрал пистолет, меня ранили. Потом я взял заложника, а потом на меня снова напали. Саша, да как тебе не стыдно, а? Ты вот это вот все сейчас придумал только для того, чтобы спрятать паспорт и не жениться? Я всегда знала, что в самый последний момент ты струсишь. Сонечка, Соня... Все, я не хочу с тобой разговаривать. Соня, это все неправда. Правда только то, что я говорю. Соня! Давайте я попробую с ней поговорить. Не хочу, чтобы полицейские испортили вашу свадьбу. Я сам попробую решить свои проблемы. Ладно. Спасибо. Сонечка. Саша, подожди. Я понимаю, что свадьба – это стресс для любого мужчины. Ты просто переволновался. Но ты пришел, и поэтому я тебя готова простить. Соня. Пожалуйста, не перебивай. Угу. Я готова тебя простить, если здесь и сейчас ты признаешься в том, что вот это вот все про полицейских, про кражи, ты все придумал. Саш. Хорошо, если ты так хочешь, то... Прости меня, я все это выдумал. Просто я испугался брака. А кто это? А кто? Вот девушка. А, это... певица. Певица? Да. Ты просто взвалила на себя весь этот объем нашей свадьбы. Я поэтому решил тебе хоть чем-то помочь. Вот взял вокальное сопровождение, нашел. Но я теперь понимаю, что у тебя все под контролем. И поэтому спасибо большое. Спасибо. Вы нам не понадобитесь. До свидания. Нет, нет, нет. Ну что вы, останьтесь. Ты же уже пригласил девушку. Да? Здравствуйте. Здравствуйте, я Анна. Поздравляю с этим замечательным событием. Спасибо большое. Может быть, вы тогда сейчас нам продемонстрируете свои вокальные данные? Я? Сейчас? Да, прямо сейчас. Ну, нам же нужно знать, чего ожидать во время свадьбы. Да, да. Прошу в сцену. Пожалуйста, ради моей свадьбы. Спасибо.
Привет. Привет. Скажи мне, знаете. Попробуем. Скажи мне. Поехали. Ребята, еще раз можем начать? Извините. Поехали. Я тебя не понимаю. Ты подаешь мне противоречивые сигналы. Соня, какие сигналы? Я хочу быть с тобой. Все. Саш, ты знаешь, сколько мне лет. В средние века я была бы уже бабушкой. Я очень, очень жду нашу свадьбу. Но мне хочется связать свою жизнь с ответственным человеком. Мне тоже. Но в том смысле, что я хочу быть этим ответственным человеком. Я все понял. Саш, пожалуйста, пообещай мне, что будешь вести себя как взрослый человек. Обещаю. Саш, мне кажется, сейчас тебе стоит поехать домой и хорошенько обо всем подумать. А с меня на сегодня достаточно шуток. До вечера. Все, спасибо большое вам. Пока. Удачи. Анна, кажется, вы произвели впечатление своим пением, особенно на Сашу. Спасибо большое. Приятно слышать. Ну что ж, запишите мне свой номер телефона. Я вам позвоню насчет свадьбы, если вдруг джазовый квартет откажется. До свидания. Всего доброго. Ну что, сидим, репетируем. Я подвел Соню. Нет, надо мне исчезнуть, уехать куда-нибудь в глушь, стану старцем. Или через 10 обо мне все забудут. До свадьбы несколько дней, еще можно все исправить. Ой, да ладно, перестаньте. Я устал, мне просто надо отдохнуть. Я пойду соберу вещи. Нет. Что нет? А вдруг за квартирой следят? Ну, значит, такая моя судьба. Я сама пойду. Вы? Да. Одна? Да. Туда? Да. Бандиты туда не сунутся из-за полиции, а полиция меня не знает. Если что, скажу, ошиблась дверью. Логично. Вам бы в полиции работать. Да ладно. Да серьезно.
Привет. Здрасте. Садись, рассказывай. Кислов хочет уехать. Очень хорошо. Неужели? А долго еще все вот это вот будет продолжаться? Мы засекли машину Шишки. Сели ему на хвост. Отгадай с одного раза, на кого он сейчас работает. На Илюшина? Я думала, он давно уже угомонился. Ну, лидер ОПГ на пенсию не уходит. Короче, мы установили наблюдение за домом. Там что-то затевается. И мы, наконец, сможем упаковать всех разом. На это уйдет куча времени. Возможно. Я позвоню своему знакомому, он даст жилье. Скажешь, родственник. Ну какой родственник, Юрий Петрович? У человека жизнь рушится, так нельзя. Упакуем банду, вернем его обратно. У него свадьба скоро. Вострякова, не подчинишься приказу, уйдешь из органов раз и навсегда. Поедет на автобусе. Там мне нужен паспорт. Докладывай по мере. Есть. Здрасте. На одного до конечной. Уважаемый! А, спасибо, мне такси не надо. Это ты, что ли? А, вы ошиблись. Слышь, да ты не боись. Я тебя не сдам. Это Илюшинский здесь, шестерки все крышуют. Сказали, как появишься, звонить. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я ж тебе сказал, не боись, чё ты. Просто тебе здесь светиться нельзя. Кореш твой все равно не придет сюда. А тебя срисуют здесь. Какой кореш? Ну как какой кореш? Посредник, ё-моё. Ну что ты? Умнее всех, что? Вот взяла. Отправление через 20 минут. Здрасте. Здрасте. Ну, удачи тебе, Фокс. До свидания. Надо быстрее отсюда ехать. Таксист знает посредника-фокусника. Вы уверены? Да, он сам так сказал. А еще он сказал, чтобы я здесь больше не показывался. А, да, это правильно. А через 3 часа будете на месте? Не волнуйтесь, там о вас позаботятся. Еще спасибо вам большое. Вы помогли мне сбежать, приютили у себя, терпели. Да. Не, серьезно, просто если бы не вы... Ой, перестаньте. Ну что вы говорите какую-то ерунду? Человеку только предлагаются обстоятельства, а выбор делает он сам. Вы же сами решили сбежать из полиции, а потом от своей невесты. А может быть, это подсознательно? Может быть, вы все время бежите от обязательств? Какая вы злотня. Ну и хорошо. Где таксист? Вон он. Интересно, откуда он знает посредника? Группа выехала. Да. Как там твой Кислов? Почему это он мой? Вообще не в моем вкусе. Нытик какой-то слабак. Понятно. Вообще-то я хотел узнать, отправила ли ты его? Отправила. Надо брать таксиста. Найдем посредника, выйдем на фокусника. Первый, видим таксиста. Все готово? Понял. Понял. Берем тихо. Юрий Петрович! Второй, отбой по таксисту. Вас понял, отбой. Я-то откуда знаю, что я преступника везу? Ну, что у него на лбу, что ли, написано? Сел мужик на автовокзале. Я ж паспорт не проверяю, правильно? Правильно, правильно. В суде мы разберемся. Откуда я знаю? Правду мне говорите или врете? Может, вообще специально ему помогали? Ну, конечно, специально. Что там у вас? Что такое? Машину нашли? Да. Письмо?
Аня, ты была права во всем за... Свое счастье нужно бороться. Подожди. Значит, я решил вернуться. И я найду настоящего фокусника и восстановлю свое честное имя. Отдай письмо. Это улика. Не могу отдать. Если ты получишь письмо раньше, чем я позвоню... Не звонил еще? Значит, пусть полиция ищет мое тело в районе конюшни. Передай привет Соне и скажи, что я не лох. Ай, Ань! Сколько тебе лет, а? Ну, смешно же. А что именно тебе смешно? Найдут тело в конюшне. Между прочим, он не знает, что мы его прикрываем, и все равно решил вернуться. И знаете что? Вот он реально не лох, потому что сейчас он делает за вас вашу работу. Меня. Что вы тут делаете? Я же сказал, чтобы письмо передали только завтра. Я подумала, что вы тут один, мерзнете. Ну, мне стало скучно. Это очень опасно. Я понимаю, поэтому самое время перейти на «ты». Согласен. Я очень рад тебя видеть. И мне не холодно. Его фамилия Мухин. Он работает здесь, на конюшне. Им интересовались бандиты. Они хотели с помощью него выйти на фокусника. Они знают, что Мухин помогает фокуснику найти покупателей под краденные бриллианты. Вот, ну а таксист? Пару раз как-то подвозил Мухина сюда. Как ты собираешься заставить посреднику сдать фокусника? Не знаю. Буду плакать, умолять. Здравствуйте, мне нужен Мухин. Это вы? Ага. Значит, это вы. А то бы вы сказали, что его здесь нет. А, послушайте, я знаю, что вы знаете фокусника. Он мне нужен. Слушай, ты, нет здесь никакого Мухина. Может, тем более фокусника. А вы посмотрели вправо. Значит, вы лжете. Ты что, идиот? Возможно, но я знаю, что вы помогали фокуснику сбывать краденое. И я могу об этом сообщить полиции. Слушай, ты, придурок, пошел вон отсюда, вил табличку. Посторонний вход воспрещен. Ах так. Мухин не знает, как найти фокусника, но зато мне дал телефон его девушки. Сам? Да. Господи. Нет, с ним все в порядке. Ее зовут Люба, и она звонила и искала фокусника недели две назад. Подожди, а как ты его... Да, я теперь крутой. Ну-ну.
Ну? Ну, она подумала, что я — это он, ну, фокусник. И она хочет со мной сегодня вечером встретиться в ресторане, поговорить. Невероятно. Это просто невероятно. Как тебе это удается? Не знаю. Наверное, я чертовски везучий. Офигеть. А можно попросить тебя об одном одолжении? Можешь пойти сегодня со мной? Мне кажется, ты усиливаешь мое везение. Конечно. Галь, я иду туда работать, а не на свидание. Я тебе говорила. Я иду ловить преступника. Точнее, его подружку. Так, а кто сказал, что на работе нельзя шикарно выглядеть? Смотри, у меня есть-то платье. Я его купила еще до вторых родов. Угу. Класс. Здесь плоечка еще? Нет, плоечку не надо. Ну, тебе совсем не нравится? Ну, в том-то и дело, Галь, что нравится, очень нравится. И с каждым днем все больше и больше. Ну, а в чем же дело тогда? Да в том, Галь. У него есть невеста, и сейчас он едет к ней. Ничего. Нарисуешься другого. Лучше. Угу. Вот здесь еще надо расписаться. А потом вы это придете... Да, спасибо большое. Я все поняла. Хорошо. Можно идти к нам уже. Саша! Да ты что, с ума сошел, что ли, а? Что подумают твои подчиненные? Подумай, что у тебя очень страстный жених. У меня мало времени. Чем это пахнет? Мужчиной, детка. Саша, ну перестань, он на тебя совсем не похож. Объясни толком, что случилось? Ничего. Я и пришел тебе это сказать. Так. Ты не волнуйся, нам ничего не помешает пожениться. Я сделаю для этого все возможное. А есть какие-то препятствия? Даже если будут, я не буду тебя в это впутывать. Пообещай мне только одно, доверять мне. Мне больше ничего не нужно. Ну хорошо, обещаю, если так надо. Спасибо. Все, я пошел. Саша, я заказала матовую доску. Какую доску? Ну, для пола, чтобы ты смог ходить по нашему дому босиком. Спасибо тебе. Я пошел. Да. Это Люба, наш единственный контакт с настоящим фокусником. Вострякова будет сообщать, что происходит внутри, но и мы не должны ушами хлопать. Смотрите. Вау. А у тебя планы на вечер? Может быть. Кому-то повезет. Все гораздо проще. Здесь полно одиноких женщин. Везде полно одиноких женщин. А как мы узнаем, кто из них Люба? Мы ее никогда не видели. Может быть, попробуем еще раз ее набрать? Нет, вот это делать нельзя. Нельзя лишний раз себя выдавать. Есть другие идеи? Есть. Фокусник любит драгоценности. Значит, и женщина у нее должна быть богатая. Нельзя же решать наугад. Я только этим сейчас 3 дня занимаюсь, что решаю наугад. Может быть, от этого еще и жив. Я пошел. Там чего, мужчина? Почему такая красивая девушка грустит в одиночестве? Не ждала тут одного. Видимо, по дороге потерялся. Это ужасно. Это ужасно. Как можно было не прийти на свидание? Для него это нормально. Я сразу поняла, что он тварь. Я ему всю душу. А он шкатулку выпотрошил, даже попрощаться не пришел. А хотите, я его накажу? Скажите мне адрес, где он живет.
А тебя как зовут, малыш? Саша. А вас? Ну, считай, что сегодня тебе повстречалась сама любовь. Выпьем, Саша. Обязательно. Юрий Петрович, будьте внимательны, она выходит. Это же тот самый костюм, который я тебе лично выбирала на свадьбу. Ты просил, чтобы я тебе верила, а теперь танцуешь с какой-то теткой. Сонечка, я тебе все объясню. Это Люба, и я с ней танцую по делу. Я Милана. Как Милана? Мама так назвала. Да ты даже имени Саши ее не знаешь. Я-то думала, ты другой, а оказывается, подлый и лживый. А это что здесь делает? Ну, знаешь, это уже слишком. Свадьбы не будет. Соня, подожди, Соня! Сонь, подожди! Все вы мужики. Сплошная сволота. Я долго ни о чем не догадывалась. Знаете, говорят, любовь слепа. Как вы узнали? Нашла деньги и драгоценности. Спросила прямо. Он не стал отпираться. Вы удивитесь, но в быту он совсем не умеет врать. И вы расстались? Я сказала, чтобы он сдался или уходил навсегда. Невозможно жить, постоянно отглядываясь на дверь. Но для него это оказалось слишком большой жертвой. Вы знаете, вам следовало бы сообщить в полицию. Это укрывательство, понимаете? Мне уже все равно. Я правда не знаю, где его искать. Верю. А с квартиры он съехал. Телефон сменил. У меня даже фотографии нет. Только имя Николай. Пожалуйста, помогите ему.
Мы встречались с Соней целых 5 лет. Она делала мне страховку на машину, и когда я ее увидел, от нее исходила такая уверенность, что я подумал, вот это та девушка, с которой мне будет спокойно. Мне правда жаль, что все так получилось. А знаешь, что самое печальное? Мне не жаль. В смысле? Эти 3 дня были настолько безумными, что я даже не знаю, жив ли я до них или нет. Может, я на самом деле порочный человек? Нет, это не так. Я тебе сейчас объясню. Почему. Нет, не надо. Нет, нет. Ничего не говори. Давай, давай просто обнимемся. А. Что? Я понял, я все понял. А ты думаешь, что я решил переключить на тебя внимание, потому что я расстался с Соней? Нет, нет. Давай просто обнимемся. Софья Кострова? Да. Следователь Битюков. У меня есть несколько вопросов по поводу вашего жениха. У меня нет никакого жениха. Мудро. Он вам совсем не подходил. Это почему это? Разрешите? Мы навели справки. Он вас обманывал. Вы знали о том, что в свободное время он ворует в ювелирных магазинах? Кто, Саша? Ну, для вас Саша, а для уголовного мира – фокусник. Смотрите в интернете, мы ищем его уже несколько лет. Вы что, хотите сказать, что все это время я жила с преступником? Хотя я теперь понимаю, откуда все эти певички, дамы в бриллиантах, дорогие рестораны. Я ведь всегда догадывалась, что он человек с двойным дном. Сочувствую, но сейчас ваш гражданский долг помочь нам его содержать. Хорошо. Но у меня будет одно условие. Слушаю. Он должен получить максимальное наказание, потому что так никто не имеет права поступать с моей жизнью. Договорились? Сколько лет вас, девушка, тут наблюдаю? Первый раз вижу, что вы нормальную еду берете. Или мужчина появился? Значит, мужчина. Смотрю, не пьет. Мечта. Лучше, чем мечта. А как ты узнал пароль от него? Я же программист. Не волнуйся, личные файлы я не смотрел. А. Журналисты выложили видео с последней кражи фокусника. Скрытая камера. Интересно, где они это все находят? Это не важно. Знаешь, что самое интересное? Как эти полицейские могли сделать такой фоторобот? Я не понимаю. Смотри, лица вообще не видно. Этот фокусник, ну гораздо шире меня. Там в этой полиции идиот работает, что ли? Думаю, что дело в следующем. Мне кажется, что мы достаточно хорошо знаем друг друга для того, чтобы... О чем ты? Я должна тебе кое в чем признаться. Ты только не волнуйся, пожалуйста. Иди сюда. Иди сюда. Послушай, я... Смотри, видишь? Вот это пальто, оно лежит на витрине. А вот это маленькое белое, видишь, я могу это увеличить. Кажется, это бирка из химчистки. Отличная зацепка. Точно. И она на пальто настоящего вора.
Вот эти цифры – это код приемного пункта. И там можно будет узнать фамилию клиента. Вряд ли вор станет указывать в химчистке настоящую фамилию. А вот неизвестно. Этот начальник полицейский сказал, что иногда большие преступники промахиваются на мелочах. Сетевых химчисток не так много. Обзвоним все центральные офисы, скажем, что нашли вещь с биркой и хотели бы вернуть ее владельцу. Таким образом, мы вычислим адрес приемного пункта. Невероятно. Ты сам почти раскрыл дело, ты понимаешь? Ты молодец. А, да. Кстати, по поводу вчерашнего... Сейчас, извини, пожалуйста. Да. Да, конечно. Это тебя, Соня. Да. А мне некуда было больше идти ночевать. Знаешь что, я не собираюсь оправдываться больше перед тобой. Что? Ты меня прощаешь? Я подумал, что лучше Соне тоже приехать в химчистку. Убьем двух зайцев сразу. Да, сразу двух. Ну, представь себе, скоро все это закончится. Скорее бы. Прости, я не знаю, как себя вести в данной ситуации. У нас с Соней скоро свадьба. Приедут наши родственники. Моя тетя приедет из Хабаровска. Я 25 лет ее не видел. Она купила билет, но нельзя просто так всем этим разбрасываться. Да тебе не за что просить прощения. Все, что между нами было, это всего лишь эмоциональный всплеск. Не более того. Эмоциональный всплеск. Вот оно что. Я-то думаю. Хорошо? А мне кажется, что ты просто боишься. Я? Да, ты. Тебе легче притвориться, чем признаться, что ты в меня влюблена. Я в тебя влюблена? Да, ты в меня влюблена. Полегче. Что ты хочешь от меня? Да, у меня нету тети в Хабаровске. А ты весь такой принципиальный, честный, правильный. Не смей меня больше анализировать. Я пойду в химчистку одна, а ты стой здесь и жди свою идеальную невесту с ее полным холодильником. А про меня забудь. Ясно? Ну и отлично. Может, тогда же лучше. Добрый день. Не уверена. Простите. Здравствуйте. Мне сказали, что какое-то время назад сюда сдавали вещь вот с этой биркой. Посмотрите, пожалуйста. Возможно. Только почему я вам должен помогать? Теперь поняли? Да. Будем искать. Будем. Кажется, вот это. Здесь фамилия, инициалы. Все. И домашний номер телефона. Спасибо большое. Что это? Вызывайте полицию. Этот сентябрьской кражи. Значит, так, все на экспертизу. Хорошо, Юрий Петрович. Сосед я просил. Снимал квартиру 2 месяца. Так. По словам соседей, тихий, спокойный. Последние 2 дня дом не появлялся. Пока так. Что, Юрий Петрович? Вы чего? Берем? Угу. Понял.
Рамонов. Тайник? Похоже, пусто. Ничего, найдется. Дело времени. Иди. Садись. Спасибо. Давно хотел познакомиться. Илюшин моя фамилия. Очень приятно. Красиво работаешь. Как Фантомас. Слава бежит впереди. Только выхлопа на копейку. Теперь ты будешь работать за процент. И только на меня. Вы думаете, что я фокусник? Нет. Вы ошиблись. Я не фокусник, я даже на него не похож. И полицейские тоже ошиблись. А вот если бы вы похитили меня чуть-чуть попозже, то я бы вам с легкостью это доказал. Добрый день, можно? Здравствуйте, Софья Олеговна. Проходите, садитесь. А где тот полицейский, с которым я разговаривала в прошлый раз? Этот? Мы с тобой познакомились среди поэтов Серебряного века. Меня расспрашивали о тебе в полиции. Я знаю. Они ищут тебя. Тебе нужно бежать. Нужно. Я пытался. Особенно, когда узнал, что они ищут не того. Но понял, что не хочу без тебя. Ну, извини, всякое бывает. Слушайте, абсолютно без проблем. Вы хотя бы сообразительнее, чем эти полицейские. Вот как? Спасибо. Я за что? Ты его далеко-то не отвози. Ага. За врагом прикопаем. Кого прикопать? Ну, дорогой, ты же не думал, что после обсуждения наших планов сможешь спокойно гулять на воле. Кофе принеси. Черный без сахара. Ну что ж, я думаю, два уважаемых вора всегда найдут, что сказать друг другу. Я так и думал. Ну а теперь поговорим серьезно, фокусник. Стильная штучка, да? Бриллиантовая? Да. И завтра ты ее украдешь для меня. Кому? А есть другие варианты, малыш? Не понял. К шефу меня веди. И побыстрее.
Это долгая история, у нас очень мало времени. Я пойду попробую открыть замок, а ты посмотри, что можешь сделать ты. Нет, стой. Я за эти дни столько всего пережил, что просто так отсюда не уйду. С ума сошел? Да. Они хотят, чтобы я украл эту брошь. Да. Ты сейчас пойдешь в полицию. Помнишь, где меня похитили? Ну, примерно. Вот. Там ты найдешь такого Кириллова. Вот. Расскажешь ему все. Я не знаю, в какой магазин они меня повезут, но я уверен, что полицейские узнают. Пусть они меня ждут там и возьмут всех с поличным. Нет. Да. Ты понимаешь, насколько это опасно? Я принял решение. Это мой долг. И кроме тебя мне никто не поможет. Добрый вечер. Извините, что не сразу открыла. Спала. Голова что-то. Да ничего. Это вы меня извините. Я ненадолго. Мне нужно знать, где продается вот эта вещь. От этого зависит жизнь человека. А фокусник лучший спец по драгоценностям в нашем городе. Я не понимаю, вы думаете, вы меня извините, но я не могу вам помочь. Он больше здесь не появится. Вы меня поймите правильно. Я просто пытаюсь нажать на все рычаги. Всего доброго. До свидания. Ты слышал? Да. Что думаешь? Сиди, сиди, сиди. Ой. Простите, я задремала. Сложный ты человек, Вострякова. Непредсказуемый сотрудник и красивая женщина. Самое хреновое сочетание. Скажете тоже, непредсказуемое. Ладно, ты не перебивай старших по званию. Угу. Как я уже сказал, сочетание хреновое. Но, честно говоря, мне наплевать, пока ты добиваешься результатов. А ты их добиваешься. И это не уважать нельзя. Никто не знает, как пройдет завтрашний день. Но я обещаю тебе, что я сделаю все, чтобы Кислов не пострадал. Можно? Ну, допустим, я знаю, в каком магазине продается эта вещица. Будем договариваться. Ну все, приехали. Иди. Я буду ждать здесь. Как здесь? Я думал, вы пойдете со мной, будете присматривать. Да куда тебе уже деваться? Сам будешь за мной бежать. Иди. Ну, что еще? Угу. Ну, я вообще не обязана это делать. Я же ему не мамочка. Ну, конечно, конечно. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Мне нужен необычный подарок для моей девушки.
Необычный подарок для необычной девушки. Хорошо. Сейчас посмотрим, что мы вам можем предложить. Кольца, серьги. С чего начнем? Не знаю. Так, хорошо. Вот, посмотрите тогда. Какая интересная вещь. Нет. Нет. А зря, очень эффектно смотрится. Хорошо. А можно брошь? Брошь. Так, брошь. А вас не предупредили? Предупредили? Кто? Полиция. Ладно. Показывайте, что у вас есть. Пойду спрошу. А то, может, предупредили, а я не в курсе. Мужчина, подождите. Вот. Вот. Возьмите наш буклет, покажите своей девушке, может, ей что-то понравится. У нас там про акции все написано. Всего доброго. Ну что там? Есть? Вот это подарочек. Мои дорогие, с возвращением. Минут за 10 сработал, как по нотам. Это не зря мы за этим композитором бегали. Прошу в дом. Присаживайся. Сейф положи. Да, я понял. Муа. Высший сорт. Мы теперь с тобой таких дел наворотим. Да, фокусник? Наворотим? Для меня это теперь уже не важно. Назад дороги нет. Алло, ты чего? Все дороги открыты, и все только нас и ждут. На. С нормальными людьми мне уже не по пути. Я вор. Я урка, вот и все. Ты че хандришь, малый? Молодой, здоровый, богатый, свободный. Живи да радуйся. Ой, да пошли вы все куда подальше. Прикопайте меня вот сразу где-нибудь там. Уж такая жизнь не для меня. Я не понял. Так ты че, правда не фокусник? А что, только сейчас догадались? Да я же сам видел. Тихо! Тихо! Так какого ты тогда все это хрена? М? Я пошел в ювелирню за своими свадебными кольцами. А да, это была твоя мать. Ну ничего. Ничего, ничего. Значит, судьба твоя такая. Невеста, конечно, жаль, скучать будет. Недолго. Сдала его, не моргнув. Просила наказать.
Ну, ладно, перестань. Она не со зла это сделала. Она заревновала. И был повод? Был. Я полюбил другую девушку. Ну, слушайте, хотя какое теперь это имеет значение? Я вор, и не понадоблюсь уже ни одна из них. Он меня любит, слушайте. Меня любит. Извините. Ну что вы сидите, Юрий Петрович, давайте идите быстрее, спасайте его. Первый, как слышите? Слышу вас. Начинаем штурм. Есть. Тихо, братан. Давай. Легче. 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 Ну как вы, в порядке? Я не знаю. Вы нам очень помогли. Если в порядке, можете идти домой. Как? Вы меня так просто отпускаете? Вы же меня не считаете преступником, вором. Я же эту брошь украл. Все должно было быть максимально естественно. За вами могли следить. Правильно. И еще. Там на улице вас ждет любимая женщина. Ага. Спасибо. Хорошо, спасибо. Можете быть свободны. Понял. Аня! Аня, все закончилось. Я участвовал в настоящей спецоперации. Меня могли убить, но теперь, наверное, наградят. Да, я знаю, Саша, ты большой молодец. Спасибо. Нет, это ты большой молодец, потому что ты позвонил полиции. Ты такая. Подожди, Саш, подожди. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Да. Товарищ старший лейтенант вас просит подойти в машину. Хорошо, сейчас иду. Что за бред? Почему тебя назвал старшим лейтенантом? Вот об этом я и хотела с тобой поговорить. Понимаешь, Саш, все, что с тобой произошло, это не просто так. И... Ты работаешь в полиции? Черт. Вот я идиот. Я же встретил тебя даже возле полицейского участка. Саш, прости меня, пожалуйста, я не могу. Нет, хватит, все. Не подходи ко мне больше ни на шаг. Неудобно, как это получилось. Ну, почему же, Юрий Петрович? Все так, как должно быть. Овцы целы, волки сыты. Не вини себя. Любовь — это прекрасно, но все-таки первым делом самолет. Точно. Саш! Ну, вот это вот все проще выбросить, чем отстирать. А на брюках дырки. Смотри. Меня пытали. Шучу. Слушай, я написал для тебя письмо, но у меня не было бумаги, поэтому я тебе его сейчас перескажу. Нет, не нужно. А я все равно перескажу. Соня, ты практически совершенная девушка. Точка. Нам было хорошо, но, пожалуйста, не плачь. Тут запятая. Потому что я был бы для тебя плохим мужем. Я не люблю планированных отпусков, еды, паркета. Вообще не люблю жить по планированию. Тут троеточие, потому что меня неожиданно освободили. Соня, брось меня, пожалуйста. Как же хорошо, что ты сейчас все это сказал. Потому что все эти дни были для меня настоящим кошмаром. Для меня тоже. Я просто поняла, что если я останусь с тобой, то превращусь в истеричку, которая вечно все вынюхивает и во всем ищет подвох. Саша, я не такая. Конечно, ты не такая. Я не люблю себя такой. Мне просто нужен другой мужчина. Но ты знаешь, как я
Не люблю бросать неудачные проекты. Да. Обнимемся на прощание. Да. Но ты будешь у меня страховаться? Конечно. Хорошо. Распишите здесь и здесь. Здесь? Здесь. Ну, здравствуй, фокусник. А, вы ошиблись, я не фокусник. Правильно. Потому что фокусник — это я. Значит, это ты жил моей жизнью? Да. Ну и как? Из хорошего весело. А из плохого? Веселье быстро заканчивается. Будь здоров, фокусник. На выход. Пошел. По описи. Можете проверить. Еще раз спасибо, что не стали подавать на нас в суд. Ну и вообще афишировать нашу ошибку. Если возникнут какие-то проблемы, вопросы, ну, когда-нибудь, знайте, что у вас есть товарищи в полиции. Надеюсь, не произойдет. И все-таки, как получилась вся эта история с фотороботом? Я же не похож на фокусника. Так, значит, вы до сих пор ничего не знаете? А есть что-то еще? Самое главное, с чего все началось? Это что? Ты с ума, что ли, сошла? Я тебе звоню, звоню, телефон не отвечает. Господи, я уж думала, случилось что. Если человек не отвечает, значит, он не хочет разговаривать. Неужели непонятно? Если ты человек, давай вставай и переоденься. Смотреть невозможно. Не хочу. А чего ты хочешь? Хочу залечь в спячку и проснуться лет через 5, когда все забуду. У тебя нет 5 лет? Есть. Нет. У тебя осталось 8 дней твоего отпуска, который ты проводишь совершенно бездарно. Ну, серьезно, ну хватит. Пора выходить из депрессии. Как? Понятно как. С помощью друзей и алкоголя. У тебя выпито есть чего? Ликер где-то был. Ликер не годится. Нужно шампанское, напиток удачи. Ой, нет шампанского, нет удачи, все. Ну, к тебе подруга пришла. Ну, давай, сгоняй в магаз, я пока салатик нарежу. Давай. Давай, давай, давай. Какая ты, Галя, приставучая. Прямо не знаю. Здрасте. Че, таки запил? Ой, все они уроды. Ведь уроды. Не то слово. Серьезно, вы видели объявление? Да, это очень опасная мошенница. Будьте осторожны с ней.
а наводит человека за нос и втягивает его в опасные авантюры. Но самое главное, знаете что? Без нее совершенно невозможно жить. Ладно. Я помогу вам ее поймать. Но, боюсь, вам это вряд ли понравится. Точно она, глянь. И звонившая тоже сходство заметила. Ладно, давай брать. Разбираться потом будем. Здрасте. Здрасте. Поступил сигнал. Пройдем в отделение. Так, подождите, подождите. Какой сигнал? Вы что, с ума сошли? Так, ну по поводу ориентировок вот этих, да? Так это же просто шутка, это розыгрыш. Нам чувство юмора иметь не положено. Мы что видим, то и думаем. Так, стоп. Я ваша коллега. У меня удостоверение есть. Только оно дома. Коллега, алкашня. Нет, подождите, стойте. Куда вы ее ведете? А это еще кто? Так, уважаемый, не мешайте производить задержание. Нет, подождите, вы все неправильно поняли. Эти ориентировки повесил я, понимаете? Я. Он. И это была шутка, розыгрыш, вот и все. Понятно, собутыльник. Да. Давай вот тоже машину. Какой собутыльник? Что такое творить? Аня, да подожди, я вам рассказываю. Полиция. Аня, ну ты объясни им, что... Я сотрудник полиции, вы слышите? Поаккуратнее, пожалуйста, ну что ж такое-то? Так, это реально не смешно? Я действительно сотрудник полиции. Саш, ну объясни, пожалуйста. Никакого уважения к правоохранительным органам. Да уж. Начну искать тебя среди твоих друзей. И да-да-да-да-да, ты не сможешь скрыться от меня ни на миг. Ведь наши чувства — это как динамит. То, что в твоей груди сейчас пылает, горит сильнее, ярче, с расстоянием. Скажи мне, где искать тебя ночами? Скажи мне, не проблема. Этой ночью я прилечу к тебе.